всем на канале. Пришли знакомому вот такие вот динамики. Потом мы их протестим и сравним. Вдобавок еще с DL Audio продукции. Это DD Audio. С DL Audio Sporty. Сейчас они в машине вот в этой разомнутся. Здесь будет все вообще на компонентах DD, вплоть даже до проводов. Саб DD, усилитель моноблок DD. На вот эти динамики тоже ДДХовский усилитель. Так вот, в целом-то о чем? Вот об этих динамиках сейчас пойдет речь быстренько. Вот он, гарантийный талон, все дела, наклеечки DD Audio. Интересно, конечно, их послушать. У Миши М они очень хорошо себя показали. Такие вот уплотнительные кулечки идут. Так, собственно, это что тут у нас? Сам динамик очень легенький. Очень даже очень. Сейчас мы его достанем. Там тут ничего не улетело, а то в щите ветер. Так. Сейчас попробуем снять эту штуку. Сейчас телефон брошу. Так, снял я защитную сетку. Вот она там, лейб DD, все дела. Еще вот такая штука поролоновая была в комплекте, чтобы ничего с динамиком при транспортировке не случилось. Так, что тут он? Ну, он легенький очень вообще. Логотип DD. Ну, целлюлоза. Бумажный диффузор. Колпачок не сильно маленький. Если так сравнивать с DL-ски. Ну, а тут сравнивать-то что? DD — это вообще топовый, в принципе, динамики. Сделанный он на неомоторе. Здесь, кстати, вот эта вот гайка откручивается. Во многих, кстати, видео есть, даже шайбу прикладывают. Вот здесь вот эта техника применена уже, походу, очень давно. Да ее откручивал. На каком-то из динамиков. Походу, на другом откручивал. Здесь она жесткая слишком. Но она не вклеена, просто притянута очень хорошо. Пошла. То ли она защитная, то ли плохая. Не, вот на многих динамиках стоял в обзоре, что вот, ну не гайки, там просто шайбу сюда назад прикладываешь. Я даже себе делал, и погромче он становился. Sound System или какой-то канал, я вот это видел, можете поискать, найти. Неомоторчик совсем небольшой. Очень маленький. Я даже не знаю, сейчас возьму рулетку для примера. Так, вот она рулетка. Диаметр самого магнита-то, ну, в пределах 4,5, ну, около 5 сантиметров. Глубина. Что это? По гайке тут около 2. Если так взять, то 2,5. Корзина сделана из антирезонансного материала, вот как можно видеть. Здесь вентиляция есть даже. Лучшая в мире. Вот говорит, лучшая вообще она в мире. Вентиляция. Так, и в целом-то что тут? Вот они шайбы. Что он раз, два, три, четыре. Четырехволновой. Подводяшки, они не вшиты идут. Они идут сразу напрямую. Не через шайбу. Входа обычные, стандартные, как на всех динамиках. Так, что тут еще интересного рассказать?
Так а что сильно-то рассказывать? Их нужно прослушать, посмотреть. Сперва они подсоединятся в машину. Я видосик запишу, как будет играть. Ну так примерно, более-менее. А потом они как разомнутся, мы возьмем их на тесты. Ну и сравним, вот, например, с Phoenix Hybrid Neo и есть Phoenix Sport 16. Послушаем разницу. Это DL Audio, это топовая фирма. Это не ты ли уже мне тут колпак замял, а? Вообще, невыносимый человек. Но он любит DD Audio очень. Я не знаю, как это назвать. Кое-что он даже делает, походу, на него. Когда видит его. У него будет все на ДД. Здесь, кстати, в этой машине тоже когда-то стояли ДД. 818, 715. Сейчас полностью проект переделался. Но это уже смотрите в других видео и про эту именно машину. А это в целом сейчас послушаем, как установится, и узнаем, что получится. Но приятно видеть такую машину и на всех компонентах от DD Audio. Это прям приятно. Прямо брендовый, можно сказать, автомобиль. Хоть и покупал он все сам за свой счет, ни по каким скидкам и так далее. Вот он, этот человек, любитель ДД. О, сотка это мое. У меня выпало из кармана. 1000. А вот. Давай, давай, давай сюда. Надо посмотреть тоже. Так, еще, о, нифига, вот эти вот тяжелее даже, чем баоки весом, но вот эти вот еще тоже штучки пришли. Не знаю, или в это видео, или в следующее оставлю.